очень понравилась сказка «Гуси лебеди» и как играли артисты театра. Мне захотелось помочь Алёнушке спасти братца Иванушку. Я очень была рада, что сегодня к нам приехал Прокопьевский театр. Очень приятно, что в нашей области проходит такой фестиваль «Сверкающие грани театра». Честно говоря, я знаю точно, что наши дети уже посещали Новокузнецкий кукольный театр, а вот сегодня, как сюрприз, такой подарок для наших детей, к нам приехал именно Прокопьевский драматический театр. У меня, как у жителя Кузбасса, большие, хорошие отзывы собраны именно об этом театре. Мы знаем эту труппу и очень восхищены актерами вашего театра. А вот сегодня нам удалось убедиться в том, что действительно наши ожидания оправдались. Актеры, я считаю, играли очень великолепно, очень эмоционально. Здесь были и интерактив задействован, дети участвовали в спектакле, смеялись, переживали. В общем, нам очень понравилось. Спасибо вам за это. Артистов Прокопьевского театра. Я очень смеялся, когда Иванушка получил бабу-ягу. Хочу, чтобы отчасти приезжал в театр.